Привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, я сегодня пришла на проспект Вернадского, обувь Грациана. Девчонки, здесь обувь с 33 по 43 размер, и у девчонок пришли новинки, и мы сейчас, так, пожалуйста, визитка, вам покажем новиночки. Здравствуйте, здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. Девочки, всем здравствуйте. Большое всем, как всегда, сразу скажу, большое вам всем спасибо, что кто пишет, кто звонит, кто интересуется моей обувью, вообще заинтересован вот в красивой обуви. Я очень стараюсь вам любую женщину сделать красивой, сделать приятно, сделать быстро, сделать комфортно, чтобы вам было всем хорошо. Сейчас весна, новые краски, красочные туфельки. Могу вам сейчас предлагать новиночки. Начну вот с этих туфелек, то, что на мне, девочки. Это довоз туфелек. То есть они есть в разных цветах. То есть черные замшевые, черные кожаные. Сейчас я вам буду показывать. Вот такой интересный каблук. С 36 по 40. Цена 6300. Вот сейчас покажу еще другие цвета, смотрите. В зависимости от цвета капрона, смотрите, туфелька смотрится даже в бежевом цвете и с темным капроном. Очень красивый. Девочки, костюмы, джинсы, платья, вечерние, будни. Все будут выглядеть в этих туфельках эффектно, нежно. Вот такие вот туфельки, очень красивые. Цена? Цена 6300 с 36 по 40. Девочки, я продолжу. Красивыми туфлями на каждый день. То есть это лодочки вот так, в таком виде, как на мне. Вот есть кожаные. Цена 6300 с 35 по 40. Есть цвет беж. Вот такие вот. Цвет беж тоже смотрится с любым цветом капрона. С любой одежды. То ли это джинсы, то ли это вечернее платье. Очень красивые туфельки. Так, вот такая моделька в светлом цвете. Девочки, очень актуально сейчас белый цвет. Они есть черные замшевые. Черные замшевые. Есть белые с такой немножко окантовкой на каблучке. Есть бежевый с перламутром. Они на широкую ногу подойдут? Они на широкую ножку подходят, потому что вот у меня ножка узкая. Видите, они немножечко вот расходятся, потому что они широкие на меня. И есть вот теплый беж. Весенний цвет, девочки, вот такой теплый беж. Цена 6300 с 35 по 40. Девочки, бюджетный вариант. Туфельки классические, вот на устойчивом маленьком каблучке с классическим модным мысом. Вот как на мне, смотрите, теплый беж. Лаковый беж. Девочки, прекрасная туфля, очень удобная колобка. Гибкая подошва, то есть можно использовать в каждый день. Вот такие вот. Такой немножко пудры цвет. Пудры цвет. Девочки, впереди свадьбы. Мы можем предложить в белом цвете вот такие модели. Смотрите, это все бюджетный вариант. Вот эти особенно, смотрите, с подушечкой внутри. То есть это, представляете, как ножки будут хорошо. Вот подушечка. Вот такая туфелька с подушечкой внутри. Вот такие. Классический цвет. И еще есть, это все, девочки, бюджетный вариант. По цене. 30, я сейчас все скажу, все туфельки в одну цену, сейчас я все про них расскажу. Вот такой беж цвет, потом идет белый цвет и теплый беж. Все туфельки, которые я сейчас о них рассказала, предложила, с 36 по 40, цена 3500. Девочки, поступили красивые, шикарные туфельки. Посмотрите, какая прелесть. Девочки, встречаем весну и лето. Вот на мне какой шикарный цвет. Посмотрите, это шелк. Шелковые туфельки с ортопедической стелечкой внутри. Они полностью совпадают вот с рельефом ножки. Вот видите, вот в подъеме они все ложатся. То есть внутри вот здесь подушечка. Вот, смотрите, подушечка еще и в виде сердечка. Вот здесь вот мягко. Есть, значит, вот такие черные атласные туфельки. Черные замшевые туфельки. Замша беж. Это будет цвет ножки. Просто мне немножко капрон неподходящий. Это цвет ножки. Вот такая бежевая туфелька кожаная.
и белые туфельки. Шикарные, девочки, колодка потрясающая. Цена всей этой красоты 3800 с 35 по 40. Подходит на стандартную полноту. Девочки, предлагаю вот такую классическую туфельку. Очень красивый каблучок, шикарный. По последним каталогам отшитый. Вот смотрите, не острая. То есть это практичная колодка. То есть мы можем пользоваться и в метро, и в транспорт любой зайти. И быть уверенной, что она никуда не провалится. Отличный вариант, отличный подход к обуви, используя вот эту туфлю в каждый день. Есть кожаные, черные, черные замшевые, черные замшевые, бежевые кожаные. Цена такой модели 6800 с 35 по 40. Очень устойчивые. Девочки, продолжу классической туфлей. Цена 6800. Все вот то, что я сейчас буду представлять, с 35 по 40 подходят на стандарт ножку. Вот такие, как на мне. Посмотрите, какой красивый цвет. Васильковый цвет. Шикарная колодочка. Модный каблучок. Удобная мягкая колодочка. Есть, значит, вот такая половинка. Жемчуг цвет. Смотрите, туфелька половиночка. Видите, какие? Очень шикарные. Красивые, удобные. Женственные, изящные, сексуальные. Я не знаю, как их назвать. Они шикарные, девочки, туфельки. Есть такой бриллиантовый цвет. Есть такой замшевый цвет. Ой, замшевая туфля черного цвета. С выемочкой сбоку. Есть такие черные замшевые. Черные замшевые. Есть такие беж. Такой с небольшим теплым розовым оттенком. Пудры цвет. И вот такой светлый цвет. Девочки, бюджетный вариант 3500 с 35 по 40. Есть в красном цвете. А эти сколько? Эти 6800 с 35 по 40. Вот эти бежевые, красные, красные, белые и лаковые туфельки. Это бюджетный вариант 3500 с 36 по 40. Все это классическая обувь, очень удобная, стильная. Пожалуйста, предлагаю вам. Девочки, новиночки, посмотрите, какая вещь красивая. Это все натуральная кожа, 6800 цена, с 35 по 40. Шикарные туфельки. Вот я вам сейчас померяю, посмотрите, удобная колодка. Девочки, вечерний вариант, кто носит каблучок, может использовать их в будни. Шикарная колодка. Есть черные замшевые, есть черные кожаные, есть в белом цвете. Размеры и цена? Размеры с 36 по 40, цена 6800. Предлагаю весенний, осенний вариант в двух цветах. Кожаная. Натуральная лак туфелька, смотрите, в один слой, очень мягкий, для лака очень мягенький, присутствует вот здесь вот разрезик, у кого широкая ножка, то есть они могут дополнительно вот придавлять полноту, прибавлять, то есть ножка не будет нависать на туфельку. Смотрите, какая гибкая колодка. Есть два цвета, бордо цвет и черный цвет, натуральный лак. Девочки, кто устал от каблуков или вообще их не использует? То есть вот такие модели, которых женщина тоже может выглядеть изящно, стильно и дорого. То есть туфелька на каждый день. Есть такие замшевые, есть такие лаковые. Вот такие красивые, прекрасные лоферы. Есть вот такие еще, вот такие туфельки. Цена 6800 с 35 по 40. Весенний-осенний вариант. Снять ботинки, одеть туфли. Такие 6800 с 35 по 40. 6300 с 35 по 40. Есть кожа, есть лак. Очень много было заказов вот на эту модель с 35 по 40. 9800 цена.
постоянным покупателям, девочки, не забываем, всегда есть скидочка хорошая предусмотрена. И скажи, как пяточка здесь загибать можно? Пяточка можно носить. Вот она такой покрой, такие лекала, вот она так сделана. Она не садится совершенно. Ее можно использовать вот так. Загнуть. Как саба, да, с ней ничего не случится. И вот так носить. И обратно одеть на пятку. Вот такая прекрасная модель. Очень мягкая стелька, очень мягкая стелечка, гибкая подошва. Прекрасные туфельки, не стирающаяся подошва. Девочки, я себе приобрела, так что я вам в студии их покажу. Есть вот такие, вот представлю вам, 5500 с 36 по 40, такие туфельки, лоферы. То есть, опять же, тема снять ботинки, одеть сразу вот эти туфли. 6800 с 36 по 40. 36 по 40, вот такое сочетание двух цветов, черный с желтым. Очень стильно смотрится. 6500 с 36 по 40. Такой бордо натуральный лак с 36 по 40. Цена 6300. С 36 по 40, девочки, бюджетный вариант 3500. Вот такие модные лоферы. Натуральная кожа, девочки, 6500 с 35 по 40. На такой же колодке еще есть две модели. Я сейчас покажу вам их. Вот такие туфельки. С 36 по 40. Цена 6800. Есть замша, есть кожа. Очень стильные туфельки. Красивые, модные, мягкие. 8200 с 35 по 40. Замечательная туфелька. Натуральная замша. Смотрите, какой интересный каблучок. Очень стильный. Моделька сезона. Новиночка, туфельки кожаные, с резинкой вот на подъеме, кому нужна дополнительная полнота. Цена 7900 с 36 по 40. Прекрасная туфля, сочетание беж-свет и с черной подошвой. То есть можно использовать капрон черный, можно использовать капрон беж. Присутствует в таком цвете черный. И еще есть вот такой цвет черный с добавлением серого цвета. Тоже шикарные туфельки. И вот есть такая туфелька. Это все на широкую ножку. 5800. Цена, размерный ряд с 36 по 40. Еще вот такие зеленые. Красивый зеленый. Фисташка благородный цвет. Фисташковый с 36 по 40. Цена 7900. Вся обувь, девочки, представленная сейчас с супинатором. Представляю, девочки, суперкомфортные модели. Сейчас я вам про них расскажу. Цена, значит, 8300 с 36 по 40. В чем комфорт заключается? Вот наверх, вот это все кожаная вставка. Вот это вот стретч, то есть подходит на любую ногу. Как на узкую, так и на широкую. Вот это встречевая вставочка. Внутри супинатор. Вот такие туфельки. Цена 8300 с 36 по 40. Аналогичная вот тема. Вот такой туфель. Вот это встреч. Поэтому подходит и на узкую, и на широкую. Универсал. 8300 с 36 по 40. А также представлю вам на широкую ножку туфельку. Вот с таким, на подъемную ножку широкую. С супинатором внутри. Вот такие мягкие. Несмотря на объемность подошвы, они мягкие, девочки. Замочек можно расстегивать. Можно носить, использовать замком расстегнутым и с расстегнутым, и с застегнутым. Вот так. Девочки, представляю вот такую классическую модель. Бордо цвет. Очень красивые, стильные туфли. С немножко, с небольшим декором на каблучке. Смотрите, какой каблук красивый. Цена 6800 с 36 по 40. Очень стильные туфли. Представляю, замшу кожу, это тоже все новиночки, девочки, вот такие, смотри, с таким каблучком, замшевый, замша и натуральный лак, 6800 с 36 по 40, натуральный лак, очень красивый туфель, стильный, модель сезона. Представляю, вот такие еще туфельки, 6800 с 36 по 40. Классика, девочки, на широкую ножку, на подъемную, потому что у меня нога узкая, смотрите. Это на широкую подъемную ногу классическая туфля. Представляю новинку модель, девочки, суперкомфортные туфли замшевые.
Замша очень мягкая, эластичная подошва. Модный каблук 6800 с 36 по 40, очень стильный. Их можно сразу обуть после ботинок. То есть шнурки всегда актуальны, девочки. Очень актуально, потому что ножку можно делать вот по своей ноге, шнурок завязывать, и ножка будет выглядеть все в обтяжечку, все культурно, все красиво. Окыши. Окыши. Девочки, цена 7300 вот этой модели. Это новинка с 36 по 40. То есть чем удобна эта модель? Шнурок можно завязать раз и навсегда и не пользоваться им, кто не любит. По бокам две резинки рабочие. То есть обуваются с ложкой и без ложки. Вот немножечко декора, вот белая вставочка под цвет, наверное, вот этой этикеточки. Набойка не нужна. Литая подошва. Вот такая туфля. Есть в замше. Чей туфля? Извините. Мой туфля, дай. Есть в коже. Черная кожа. Есть в лаке. Вот такие туфельки. Правильно, правильно. Я ругаю их за эти всякие штучки. Новиночка. Угу. Вот такая туфля тоже с мягкой пяткой. 7500 с 36 по 40. То есть используем так, используем так. Отличная туфля с гибкой подошвой. Смотрите, какие мягкие туфельки. Снять ботинки, а будь эти туфельки. Есть бюджетный вариант, девочки. Вот. Цена 3500 с 36 по 40. Это эко-материалы хорошего качества. Высший сорт. Они очень мягкие. Вот такая классическая туфля с модным мысом. Вот такая. Угу. Так, представлю еще новиночки. Девочки, очень много спрашивали вот эту серию. Комфорт. Посмотрите, комфорт. Девочки, безумно комфортная. Супер подошва. Гибкая, мягкая. То есть все они вот такие вот все. Смотрите, вот все такие туфельки мягенькие. Есть вот белый цвет и есть голубой цвет. Такой приятно нежный-нежный голубой. 5900 они стоят. С 36 по 41. Размер, девочки, подходит. А также здесь вот предусмотрено, что натирание пятки. Кто у кого часто происходит вот такие вещи неприятные. Здесь вот идет на пятке однослойная кожа. Их и под платье можно, и под спорт можно. Все, шикарные туфельки. Да, они были у нас, вот Тома сейчас покажет нам, вот в таких вариантах. Вот в таких вариантах. Это все одна тема. Сейчас вот привезли еще летние, вот такие вот. Цена 5900 с 36 по 41. Вот с разными пяточками цвета. Видите, такие прошитые туфельки. Это та же тема. И вот это та же тема. Вот это все одна и та же обувь, только разных вариантов. 5500, да? 5500, да, с 36 по 41. Желтые такие вот, разных цветов. Хорошо. Да, 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 да. То есть их хоть на голое тело носи, они такие приятные. Мягенькие все, вот такие вот цвета. Угу. Отлично. Мокасины подготовим. Девочки, представлю модельки сезона. Вот такой молодежный стиль. Вообще можно молодежный, можно носить всем. Это мы все ждем весну. Хотим каких-то вот разнообразий. Вот такая вот моделька полностью вот, на, да? Коже внутри. То есть цена у них 6200 с 36 по 40. Вот такая модель, та же тема. 6200 с 36 по 40. Здесь идет резинка, шнурок и замочек. Вот такой влеко в обращении. Полностью кожаная. Цена вот так, 6200? 6200, да, всего. Угу. 6200. 6200 вот такие с 36 по 40. Шнуровка очень легкие. Легкие-легкие. Потом вот такие вот шнуровка, замочек. То есть вот такие вот темы очень легкие. Спортивные костюмы, джинсы. Пожалуйста. Вот такие. И на низкой, кто не любит вот эти брутальные подошвы, пожалуйста, предлагаю вам. Вот такие удобные туфли, мокасины, ботиночки, все вместе. 5800 с 36 по 40. То есть бежевый цвет, черный и белый цвет. Угу. Вот такая актуальная тема уже несколько сезонов. Вот такая вот вещь. Очень удобная, очень комфортная. У тебя такие есть? У меня такие есть. 7500 они стоят. Они есть, значит, в таких цветах. Белый, черный однотонный и черный с белой подошвой. Вот такие вот. Могу еще предложить кожаные кеды, девочки. Кто любит вот спортивную обувь, пожалуйста. Предлагаю 5800. Вот такие полностью кожаные. Внутри и снаружи. 5800 с 36 по 40. Вот такие вот вещи.
Девочки, могу предложить новые мокасины фирмы Марио Музи. Это сырье все итальянское. Цена 7300 с 36 по 40. Посмотрите, как на продавце смотрится эта модель. Она идет на широкую ножку. Комфортные, стильные мокасины. Присутствует белый цвет. Присутствует серый с белой подошвой, с таким декором. Присутствуют черные кожаные. 7300 с 36 по 41. Девочки, полномерная модель. И вот такие серенькие. Так что приобретайте. Девочки, могу представить вот такую модель, как на продавце. Шикарные мокасины на широкую объемную ногу размером плюс. То есть цена 7300 с 36 по 40. Есть вот на такой большой подошве, есть чуть поменьше подошва. Цена 7300 с 36 по 40. Есть, покажу еще, сейчас представлю, туфелька на широкую ножку. Вот такие вот, с супинатором внутри. Есть бежевый цвет на коричневой подошве. Есть белые. Цена 7700, 7500 с 36 по 40. Вот такие, как серые, вот такие белые. Вот Наташа нам еще сейчас показывает вот такую моделечку. Сейчас она померит. Шикарные гибкие туфли на стандартную ножку. Очень удобные. Это обувь, которая не требует себе какого-то внимания в разноске. На широкую, да, нет? На широкую и стандартную ножку они подходят. Потому что они идут такие вот, лекала подходят. Вот всем они подходят. Так, вот такие модельки идут на стандартную ножку. Вот еще такая модель. 7900 с 36 по 40. 7900 с 36 по 40. Вот такая вот. Весь очень гибкий. Девочки, новинки. Новинки с супинатором. Обувь шикарная, смотрите. Вот такие мокасины с супинатором. Потрясающе. Девочки, носим брюки, юбки, платья, что угодно с этими вещами. Они очень мягкие. И самое важное, вот стелечка, видите, такая супинатор. У нас такой обуви очень много. Обращайтесь в личку ко мне, я все вам покажу. Вот такие мокасины. Девочки, новиночка. 6900, такой благородный цвет голубой. 6900 с 36 по 40. Очень красивые мокасины, туфли. Есть вот в таком белом цвете, без надписи на подошве. Вся обувь супинатор. 6900 с 36 по 40. И вот такие, как на продавце, в белом цвете. Шикарные туфли. Не разнашиваем, девочки. Обуваемся и чувствуем себя прекрасно и комфортно. Могу предложить еще вот такие мокасины. 7300 с 36 по 40. Наташа может нам померить. Шикарные туфельки. Шикарные туфельки. Вот такого цвета. В сочетании одним цветом с подошвой. 7336 по 40. Красивые летние туфли. Могу представить еще вот такие вот туфельки. Смотрите, все туфельки сейчас, которые я буду о них говорить, они все с супинатором. Это смотрите. На широкую ногу, да? Нет, они на стандартную ногу. На стандартную ногу, они с супинатором. Девочки, безумно комфортные. Очень многие женщины приобрели по вместо два цвета. Кроссовок, вместо кроссовок, этих... вместо кроссовок, вместо туфли. Кто любит комфорт, вот смотрите, на ножке. Вот. Это на стандартную ножку, но если кому-то нужна добавочная полнота, смотрите, тут есть резинка. Угу. Есть в таком цвете, беж цвет. Есть в таком цвете. И потрясающий цвет, вот такой Наташа нам померит, потому что у нее черный капрон, они будут отлично смотреться. Какие красивый цвет, кажется, что замша прям. Нет, это такой рисунок. Очень красивый. Удобные, красивые туфельки. Еще есть вот такие вот цвета. Вот такие. То есть, какие есть у нас, какая есть одежда у нас в гардеробе. Девочки, смотрите. Все цвета, которые есть, мы можем использовать с этой туфлей. Цена 7900 с 36 по 40. Девочки, новая модель, новиночка. Вот такая цветная подошва в сочетании с туфельком и шнурком. 7800 с 36 по 40. Шикарная туфля, то, что не требует разнашивания. Есть со шнурком, а есть вот такая вот еще на широкую ногу замок и дополнительная резинка здесь. Все туфельки с супинатором. 7800 с 36 по 40. Замечательные кроссовки, новинка. Перфорацию кожи очень мягкий. Опять же с супинатором. Смотрите, вот такие вот. На стандартную ножку. Представляю еще такие 8500 с 36 по 40. Вот такая вот вещь. Очень стильная, серьезная туфелька с перфорацией. И вот такие 7800 с 36 по 40. Туфелька с супинатором. Кожаная.
Девочки, новинка. 6200 всего лишь. Кожа внутри, кожа снаружи. С 36 по 40. Используется и на широкую ножку, и на узкую. Здесь резинка. То есть шнуровка от самой косточки. Гибкая подошва. Смотрите, какая гибкая подошва. То есть вот такие туфельки в двух цветах. С розовым дополнением. Со стразиками, жемчужинами здесь вот возле резиночки. И с серым цветом дополнение. Есть, могу представить вот такие еще кроссовки на узкую, широкую и стандартную, на любую ножку. Фиксация вот отсюда, от самых пальцев, вот таким красивым шнурком. Очень мягкий. Здесь танкетка внутри. Танкеточка начинается отсюда, примерно 7 сантиметров каблук. Танкетка. Вот такие вот красивые перфорации туфельки летние в двух цветах. 5500 всего лишь, девочки, с 36 по 41. Девочки, ну как же мы без спортивной обуви, без таких кроссовок, вот как на мне, смотрите. Шикарные кроссовки, новиночки. То есть носим с юбками, с брюками, с чем угодно. Спортивные костюмы, платья. Цена 8500 с 36 по 40. Смотрите, какая классная вещь. Могу предложить еще вот в таком варианте. Цена 8500 с 36 по 40. Классная. Так, вот такие вот. 8500 с 36 по 40. Вот такие, это все новиночки. 8500 с 36 по 40. Смотрите, особенно женщины, которые водители. То есть пяточка, видите, какая специально предназначена. Вот такие. Так, цена 8300 с 36 по 40. Вот такая вот вещь, очень красивая. Стильные кроссовки. Вот такие весенние цвета. 8800 с 36 по 40. Смотрите, какая вещь классная. Все кожа, все натурально. И новиночки, девочки, смотрите, в силиконе подошва. Шикарно смотрится, смотрится очень дорого. 8300 с 36 по 40. Вот такие вот вещи. Красивые, стильные и удобные. Это новиночки. Девочки, я продолжу спортивную обувь. Ну, все девчонки сейчас носят вот такие вещи. Предлагаю вот такие кроссовки в зеленом цвете, в ярко-зеленом цвете, шикарные, мягкие, несмотря на объемность подошвы. Смотрите, как я передвигаюсь, очень удобные. Цена 4900, все натуральная кожа, с 36 по 40. Есть в белом цвете и есть в черном цвете. Смотрите, какие классные кроссовки. Дальше хочу предложить еще вот такой вот мятный цвет. Вот такие кроссовки 5500 с 36 по 41. Все кроссовки полномерные. Есть мятный цвет, есть белый цвет, есть черный цвет. И вот такие 4500, легкие, удобные кожаные кроссовочки с 36 по 40. Цена 4500, 4500, да? Всего лишь. С 36 по 40. Девочки, продолжаю кроссовками. Просто столько кроссовок хочу все показать. Смотрите, вот такие 4900 с 36 по 40. Такие же вот в черном цвете с 36 по 40. 4900. 4900 с 36 по 40. С 36 по 40. 4900. Вот такие вот кроссовочки летние. Смотрите, 4500 с 36 по 40. Вот такие классные, молодежные, объемные кроссовки. Кто любит вот объемчики, вот такие вот вещи классные. Смотрите, луноходы какие. С такой широкой подошвой. 4900 с 36 по 40. Девочки, я продолжу темой кроссовки. Вот такие модные кроссовки в сезоне 5500 с 36 по 40. Смотрите, с объемной подошвой. Есть в черном цвете, в белом цвете и в бежевом цвете. Вот такая новиночка еще, 5300 с 36 по 40. Натуральная замша с таким красивым шнурком. Декор, вот где шнурочки, вот сюда в петелечке, немножко страз. Шикарные туфли. Туфли-кроссовки подходят на любой возраст, на любую полноту. Ширина вот отсюда фиксируется прямо от самых пальчиков, поэтому они подходят на любую ножку. Вот такая новиночка, 6900, безумно удобные туфельки. Смотрите, несмотря на объемность подошвы, она очень гибкая. 6900 с 36 по 40. Ранее было сказано, были они без шнурка, сейчас со шнурком, с такой подошвой, красивая летняя туфелька. Ну что, мои дорогие девчонки, вот на такой ноте мы сегодня заканчиваем свое видео. Лин, спасибо огромное, что... И Наталья, вам тоже спасибо огромное, что вы мерили.
и рассказывали о обуви. Девочки, немножечко продолжу, прошу прощения. Девочки, следующее видео будет, я продолжу кроссовками, ждем новое поступление, ждем батальные размерчики, то есть это нестандартные, с 33 по 35, с 40 по 43, красивые туфельки разных цветов, жду пополнения, жду ваших звонков, сбрасываю видео, девочки. И летняя коллекция, девочки, следующее видео. Девочки, красивые туфельки, красивые саба, краски лета. Выбираем наряды платья, выбираем босоножки, туфли. И куда вы нас приглашаете? Я приглашаю вас к себе на проспект Вернадского, павильон номер 44/1, Лина. И как добраться? Добраться, выходим с последнего вагона метро. Смотрим прямо, написана вывеска «Азбука вкуса». Девочки, чтобы обувь Сити. Обувь Сити, чтобы быстро попасть в мой павильон, мы заходим в «Азбуку вкуса», поворачиваем направо, поднимаемся на эскалатор на второй этаж. И сразу павильон. Первый павильон. С левой стороны будет мой, 44/1. И номер телефона? Номер телефона 925-146-2440. Девочки, я вас всех приглашаю еще на один обзор. Это будет скоро, примерно 5-6 дней. Я вас всех приглашаю. Пожалуйста, приходите. И, конечно, подписывайтесь на все соцсети Лины, ВКонтакте. Пожалуйста, да, подписывайтесь, пожалуйста. Я всем постараюсь помочь, сделать вас красивыми, изящными. Встретим весну, лето. И, конечно, дорогие девочки, чат мы сделали ВКонтакте, я сделала. Я еще раз говорю, тех, кого я снимаю, ВКонтакте всем подключаю чат. И в этом чате также можете общаться. Все обувь, туфли, ботинки, кроссовки, все-все вы можете выбрать и задать вопрос Лине. И Лина вам обязательно ответит. Только, пожалуйста, не в 23:00, как мне написали, что не отвечает она. Девочки, люди в 4 часа встают на работу, идут. Да. И допоздна им тоже я нужен прошу отдых. Я прощения, кому не ответила, может быть, я ответила потом, но вроде бы стараюсь всем отвечать. Ну, а мы не говорим до свидания и ждем лета. До новых встреч, жду, приглашаю вас. Всем пока-пока. Спасибо вам.